Сезон, я считаю, прошел у нас очень положительно, потому что мы удержали свои позиции в чемпионате России. У нас серебряные медали. Я скажу, что это было достаточно сложно, потому что даже по сравнению с прошлым годом Суперлига усилилась. Команды лучше укомплектовались, и поэтому в этом году были такие вот действительно яркие, красивые игры, жаркие бои. Поэтому наши ребята выстояли, и действительно, я считаю, что серебро чемпионата России – это очень хороший, очень достойный результат. Кроме основной игры в Суперлиге, наша молодежная сборная, она получила золото. Наши молодые ребята, очень талантливые, они, конечно, доказали, что они могут, они стремятся, и они готовы выступать дальше вот на спортивном поприще. У нас две в Москве школы, которые готовят нам молодых спортсменов. Это молодежная школа спортивной подготовки «Олимп» и школа «Виктория». Они, в общем-то, дают нам основных молодых игроков. И талантливый тренерский состав, Сенин Эдуард Витальевич, и ветераны, динамовцы, которые помогают и своим опытом. И, в общем-то, вот этот вот конгломерат молодости, амбиций и, соответственно, опыт, который здесь необходим, он и дал вот такой вот нужный результат. Поэтому наши ребята очень достойно выступили. Они получили золото в молодежной лиге и, соответственно, то же самое серебро в Кубке России. Здесь еще было связано с тем, что мы выступаем только в нашем молодежном составе. Это наша принципиальная позиция. А другие команды, соперники, после окончания основного чемпионата усилили свои молодежные команды более опытными игроками. То есть получается, что силы на молодежном кубке были чуть-чуть вот так вот неравны, потому что, конечно, опыт, профессионализм, вот, игроков, выступающих в Суперлиге, он немножко, конечно, выше, чем уровень молодежной лиги. Поэтому в целом результат очень хороший. Я думаю, что нам и есть к чему стремиться, ну и, соответственно, есть чем гордиться уже сейчас. Хотел бы выразить огромную благодарность компании Marines Group за ту поддержку, которую вот нам оказывают. Это спонсорская поддержка, и самое главное, что теперь у нас еще есть эмоциональная поддержка. То есть я, честно говоря, не ожидал, что такие замечательные креативные сотрудники, они приходят, они искренне болеют. Причем такой единый порыв и сотрудников, и руководителей. Я вижу людей, которые искренне переживают за результат, искренне переживают за «Динамо».